Укусил клещ, подскажите, принимать антибиотики для профилактики или достаточно обойтись курсом соды внутрь или перекиси водорода. А вот тут я согласен с мессер Стрелок, обязательно принимайте антибиотики, а лучше сходите к врачу для профилактики, он как раз и пишет. Народная медицина не всегда действует правильно. В данном случае, это сходить к врачу, если укусил клещ, узнать, нет ли там энцефалита и так далее. С этим клещом даже его надо там принести, чтобы там сделали. То есть тут шутить не следует. Другое дело, если вы оказались, грубо говоря, в тайге, где вас укусил этот клещ, и никакой медицинской помощи нету, вот тут-то, почитайте, как Филипп Семенович Ханинея спас свою сотрудницу от клещевого энцефалита.